названы крупнейшие получатели НДС в марте. Наибольшая сумма возмещения НДС были выплачены налогоплательщикам Киева – 10,414 миллиардов гривен. Объем возмещения налога на добавленную стоимость в марте составил почти 12,6 миллиардов гривен. Наибольшие суммы были выплачены налогоплательщиками Киева, сообщают Укрскновини со ссылкой на данные государственной казначейской службы в среду, 3 апреля. Так, в пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли Kernel Trade – 1,3 миллиардов гривен, ММКМ Ильича – 993 миллионов гривен, Запорожсталь – 497,7 миллионов гривен, Никопольский завод ферросплавов – 444,3 миллионов гривен и Адмтрейдинг – 421,5 миллионов гривен. Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 10,414 миллиардов гривен, Киевской области – 205,9 миллионов гривен, Харьковской области – 175,5 миллионов гривен и Львовской области – 172,9 миллионов гривен. Ранее стало известно, что в Киеве создается почти четверть ВВП Украины, 23,4%. На втором месте Днепропетровская область с 10,5%. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.